В городском округе Люберцы приступили к работам по обустройству сквозного проезда между Инициативной улицей и проспектом Гагарина. По просьбе жителей здесь сделают автомобильную дорогу и тротуар. Старые постройки, бесхозные гаражи снесены. Дорожные службы приступили к подготовительным работам. Построить дорогу и обустроить пешеходную зону жители просили давно. Только с начала этого года какие-то, ну, более-менее подкрепленные слова появились. Вот вчера наконец-то снесли парковку, которая незаконная, которая непобедимой казалась все эти 9 лет. Вот, открыли проход, там первые жители пошли, радуются, дорога в два раза сократилась. Участок дороги протяженностью 0,5 километра станет еще одним выездом из микрорайона Красная Горка и значительно сократит путь пешеходов до станции Люберцы-1. Работы планируют завершить к концу лета.